Добрый вечер. Мы находимся в маленьком древнем городке Люсирам. Его история начинается с 16-17 веков. Поэтому я считаю символичным открыть эту коробку именно здесь. Как вы видите, это Франкенштейн из серии «Сладкие 1600». Коробка торжественная, праздничная. Если внимательно присмотреться, все коробки этой серии больше, чем классические, примерно на палец. Это позволило производителю положить больше аксессуаров в данную коробку. Это входной ключ на вечеринку, вечернее платье и сумочка. Открываем. И пошла она на вечеринку. На этом мы прощаемся с вами, а мы уходим на вечеринку. Пока!